Очень часто женщины ко мне обращаются с вопросами ⁇ я красивая, умная, я хорошая, почему у меня нет мужчины, почему у меня нет поклонников, как с этим справиться ⁇ Давайте рассмотрим этот вопрос немножечко с такой нелогичной стороны. Скажите, когда сильнее болит зуб, утром или вечером? Давайте я вам отвечу. Он болит у нас вечером сильнее. Тогда скажите, почему он у нас вечером болит сильнее? Ответ этому есть. Когда человек ложится спать и закрывает глаза, то с закрытыми глазами он обращает внимание на зуб сильнее, чем днем, когда он отвлекает свое внимание. А скажите, почему Бог не дает человеку возможности? чтобы у женщины появился мужчина, потому что она страдает. Таким образом, можно сказать, что в тот момент, когда она очень об этом думает, чрезвычайно на этом сосредоточена, это вызывает у нее страдания. В случае, если это вызывает у нее страдания, как в случае с зубом, то энергия, видя это страдание у человека, приходит к тому, чтобы сократить у человека это страдание и не дать ему источник страдания, который есть в ее жизни. То есть в тот момент, когда женщина говорит, ну почему же его нет, ну когда вдруг он, ну скоро же это все страдание, в этот момент вы делаете все для того, чтобы он в вашей жизни не появился. Ну и что же нужно сделать? Я могу дать вам совет. Женщины, осознанно привлеките в жизнь вашу любимых и э, поклонников, обращая в этом направлении свое сознание в сторону безразличия. Поэтому чем безразличнее вам это будет, тем больше шансов у вас будет в вашей жизни. Именно поэтому, если вы начинаете страдать в этот момент, отключаетесь или перемещаете свое сознание, допустим, когда же у меня в стоп дуйко сказал быть безразличным, красивая пальмочка, красивое небо, хороший потолок, красивые люди и так далее. В этот момент женщина должна отвлекаться. Естественно, чем больше вы страдаете, тем больше вы строите стену между собой и поклонниками, и между собой и теми любимыми людьми, которые гипотетически могут в вашей жизни появиться. Вот такая банальная история жизни.